Молодежь «Орла» проверила свои знания о родном крае. Площадка для проведения интеллектуальной игры «Росквиз» на некоторое время стал военно-исторический музей. Темы вопросов знакомы каждому орловчанину. Это события, знаменитые места, факты из жизни известных писателей. Объединившись в три команды, студенты орловских колледжей на протяжении 5 раундов игры определяли сильнейших. Здесь собрались самые активные ребята, которые соревнуются в своих интеллектуальных знаниях на знание именно истории родного края. Основная задача игры – не только восполнить пробелы в знаниях, но и научить молодежь работать в команде. Лучшим был признан коллектив «Молодая гвардия».